Около 15 лет назад в Ленинском тогда еще районе было создано женское объединение, а недавно оно преобразилось в полноценное сообщество, став отделением Союза женщин России. Мы вовлекаем в нашу организацию все новые и новые структуры. То есть женщины бизнеса к нам присоединились и очень активно присоединяются. И так привлекаем женщин, они с удовольствием присоединяются к нам. Женщины вообще не по жизни активные. И поэтому я считаю, что наша организация имеет перспективу. Союз женщин дает прекрасному полу возможность разнообразить свой досуг. Отвлечься, так сказать, от быта. Организуются различные мастер-классы, лекции, совместные экскурсионные поездки, конкурсы. Предоставляется психологическая и юридическая помощь. Мы в общении получаем новый опыт какой-то, новую информацию. Это очень интересно, это хорошее настроение, это заряд энергии. По случаю дня рождения Союза ее руководитель Елена Ястребова подготовила для своих подопечных и добрых друзей сообщества праздник. Поблагодарила за помощь и поддержку, которая так необходима любой общественной организации. Этот год был годом созидательного, упорного труда. Вместе мы достигли очень хороших результатов. От лица главы Ленинского городского округа самых активных женщин Союза поздравила начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Эльвира Ковалерская. Вручила благодарственные письма и пожелала солнечного настроения. Общероссийской общественной государственной организации «Союз женщин России». Желаю вам, чтобы в вашей организации все время царило солнце, чтобы оно шло с вами по жизни и помогало вам во всех трудных ситуациях. Символично, что день рождения организация отмечает накануне самого главного женского праздника 8 марта. Поздравить милых дам с этими датами пришел заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников. Институт материнства и детства – это всегда было правильно, хорошее направление в любой цивилизованной стране. Тем более то, что в нашем Ленинском городском округе есть такой актив, который уже сегодня празднует годовщину, да, первый такой юбилей. Это вообще здорово и похвально. Главное, чтобы хватало сил, терпения, возможности, поддержки для достижения поставленных целей и задач. На этот год у представителей организации большие планы. Налаживать новые партнерские связи, организовать форум по вопросам семьи. Елена Ястребова уверена, все получится, ведь нет ничего сильнее женской энергии. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.